Доброе утро. Через полчаса машина будет. Надо еще умыться, позавтракать. Рота, подъем. Оденемся сразу в уличное, чтобы времени не терять. Я когда малой был, мне было впадло чистить зубы, я просто мочил щетку, наливал на нее пасту и смывал. Потому что батя пару раз спалил, что я говорил, что я чищу зубы, а щетка была сухая. Я придумал формулу, как делать так, чтобы не палиться. Уклонил вопрос, нахрена. Если время на эту формулу, я тратил столько же, сколько просто нормально почистить зубы. Поэтому чистите зубы, не занимайтесь херней. Котлетки. По кайфу сделаем. Все, поели. Порядок себя привели. Теперь погнали. Это моя машинка. Снимаем про ментов. Классика. Вот сейчас. О, а это мой из театра товарищ. Представляете, да? Какая встреча. Наглухо. Со мной в одном театре играли. И он учился на том же курсе, что я, только поколением раньше. И он сейчас ушел из театра. Уже года, может, два назад в Москву перебрался. Всем привет. Вот он наш главный герой. Привет. Да. Из Питера? Да. Большой с умничкой. А? Гимнастика. Да. Большечка, умничка. О, она мыта? Да. А ты 25-го, вот такая вялая. Ты Питер 25-го, не видишь? 29-го ночью я. 29-го. А нет, 20-го. Ну, 30-го, 30-го мы. У меня 29-го. А ты в каком театре? МДТ. Малый драматический. Это с Додиным, что ли? Ты работаешь всегда в черных носках. Это вопрос или... Нет, это утверждение. Хорошо. Ты воплощение сделал. Как у нас дела? Плохо. Я побрился. Да, я вижу. А, здесь щит. Тебе нравится красить людей? Да. Они становятся красивыми после того, как я их трогаю. Это приятно. Ну, или наоборот, слишком страшными. В моем случае. Неопределенный, да? Да, такой. Ну, понятно. Сегодня сделать вот так. Там как будто волосик такой. А, это наша маскировка. Все. Готов. Да. Собаки. Не боишься, что укусит? Ушла собака. Ага. Так, вот, значит, идет репетиция. Ну, сейчас будем сцену делать, расследование, детектив. Вот, я, значит, вбегаю, говорю, что все, я все камеры отследил, машину нашел, всех найдем, всех накажем, блядь. Теперь сижу, короче, в подъезде. Вот, потому что отсюда выбегаю, сижу, разлагаюсь. Кто не работает, тот ест. Справа, слева, да? На втором, справа. Ну как было, да? Да, как было. Алло, Андрюха, подними голову, дорогой. Второй ящик вот здесь поставьте, пожалуйста. Встал, да? Что, я? Встал. Нет. Нравится? И подъезд. Вот здесь у нас есть ППИ. Точно, все вот мои приедут. Паша, ты закончил, да? Ну, даже если я поеду 31-го, самолет летит. Да. Не можем. Да. Не можем. Как ваше настроение? Да. Хорошо. А можно тут стану входить, а потом отдам? Сигаретку? Да. Конечно, можно. Ты что, проблем хочешь?
Вот так вот вдоль дороги стоят актерские караванчики. Это мой вагончик. Так, у меня уже обед. Супчик, второе, компот. Где компот, блядь? Где компот, мой? Где компот? Где компот? Блядь. Он там еще есть что-то. Там вот спим. Здесь едим. Вот водичка, текст, выборка, что там. Что там у меня сегодня? Я вам не могу показать, это все строго конфиденциально. Так. Понятно. О, так, а что я читаю, если я все равно сценарий не читал? Вышел, текст сказал, все, по кайфу сделал. Можете один вопрос? Конечно. А где компот мой? Компот? Да. Актерский? Да. Делается. Уже поздно, блядь. Здесь сломанный паркет. Что бы это могло значить? Почему паркет сломан? Ты не знаешь? Потому что у Дениса ручки слабенькие, трусятся. И камера трусится. А когда ручки трусятся, это болезнь Паркинсона. Поэтому паркет сломан. Вот разгадка, господа. А вы как считаете? Я не понимаю по-русски. И начали. Соболев. Андрей Владимирович. Что? Да. Да. Ну, предыдущий был бой. Ну, когда я играю, оживает кадр, так? Согласны, что? Да. Почти хуяц. Слушали маяк. Да. Говорят, самое сложное в нашей профессии ждать. Когда ожидание оплачиваемо, то не так уж и сложно. Вот, я просто к тому, что в определенный момент, да, вот, нагрузки все эти идут. Ребят, сейчас один кадр Соболев. А потом у окна. Да, один кадр Соболев из холодильника, потом переходим сразу все сюда. Ага. И кроме Калинина. Калинина нет. Но сейчас я по разводке сцены, режиссер, наверное, опять захочет, как мы делаем с утра, все вместе. Да. Прогнать с 10-й. Поэтому пока посидите. Хорошо. Здесь. Как отрепетируем, если не надо, пойдете отдыхать. Послушай, Саша сейчас. Секундочку, Степ. 3-6. Серьезно, Серега. Продуло, короче, есть у Саши друга. Он хоккеист. Значит, он вышел без разогрева на лед. Вышел прямо на коньках. Вот, и... Его продуло. Щемило его продуло. Он говорит о том, что сидел на балконе, продуло голову. И вот теперь до сих пор вот такие вот изменения так и остались. Нет, он другую историю рассказывал. Это он думает, что он другую историю рассказал. Я сейчас, короче, не понимаю, что такое вообще. Не вникаю. Не продумал сейчас. Кино снимаете? Угу. Как проект называется? Тверская. Сериал или... Сериал. Или в кинотеатрах будет? Сериал. А в кинотеатрах не будет? А про что? Про ментов. А людям это приятно. У вас такие вот, да, вот условия? Да, здесь. Да. Здорово. Вау. Я тоже, кстати, в школе, в кружке был. Угу. А вам что-то нужно? Мне просто не обед сейчас. Если честно, есть 1500 долг? Я не даю деньги в долг. Пошел ты нахуй тогда. Что, кино интересно? Мне, да. Сниматься, кайф? Я этим живу, конечно. Да. Начальнику? Естественно. Больше всех. Капитан, да. В чем самый кайф, когда мы съемы? В
чем самый кайф? Ну вот какой новое? Самый? Погружение в те или иные роли. Новые очень... образы. То есть судьбы новые, да, проживают? Интересно, мне очень нравится. Сколько? А сейчас интересна судьба? Только холодная. Холодная? В машине бывает теплее, чем на улице. Бывают такие дни в мае. А вам удалось перевоплотиться? Конечно. Кепка помогает. Интересно? Очень. Куда едем, босс? Кальян, а у тебя сквозная роль? Не, Лёха. Да, я только сегодня. Только сегодня, да? Да. Они хотели главную дать, потому что сказали, не надо. Да? А главное же у Соболева. Ну вот я должен был Соболева играть. А, да? Да. И, соответственно, нашим убиенным большое спасибо, Сергей. Алёвушке, я что мы... Я спросила уже, сказала, что... Да. Все, да. Я домой. Ты домой, Алёвушка домой. Я все. Я закончена, да. Ты у нас кто по профессии вообще по кино? Не. Я это, монтировщик. А, точно, нет, так, ну ты-то да. Если ты очень хочешь, то можешь начать переодеваться, Виталик. Я просто полагаю, что мне, возможно, придется выйти. Приостановить скрытую камеру. Я только сейчас увидела. Да, принято. Напиши, скажи Сашке, что принято. Иди смотреть потом. Где? Ну, на самых больших экранах. Жарковато сегодня. Да, и дальше так и будет. Послезавтра плюс 34. Да. Тяжело, да, вот так везде ждать? Ждать? Кого? Нет, ну, конечно, вас ждать очень тяжело, пока вы собираете там вот это вот все сделаете. Знаешь, я готова уходить домой сразу, как вы загримировали. С утра? Да. Ну, блин, я тоже готов вот загримировался домой идти. Чему-то, к сожалению, так ребят не устраивает. Я, допустим, вот постоянно у меня то там волосы собьются, такой неряшливый артист. Ну вот надо исправлять. Ну ладно. Так, ну все, я разгримирован, могу ехать домой. Так, а сколько у меня переработка получается? Нисколько, это нисколько, мечтай. Я же с 7 сегодня. С 7? Какой-то 7. Все, смена закончилась, еду сейчас домой. Буду отдыхать, сил набирать. Завтра все на репите.